есть начинаем мы с классического захвата, два рукава контролируем и меняем направление сверху над рукой, свободную ногу помещаем сопернику на обратную головину. Также контролируем стопой. Отсюда эту ногу, свободную ногу, мы ставим либо на ковер, либо будем работать еще как вспомогательной ногой, я покажу чуть позже. Но она должна быть либо толчковой, либо тоже будет участвовать в свипе. Просто болтаться нога в воздухе не должна. На ковер натягиваем соперника над собой, пытаемся подвесить его максимально над собой. Да? Чем больше он удален, тем сложнее его бросать. Поэтому бедро и колено подтягиваем к груди, соперника подтягиваем, немножечко угол срезали и делаем направление, усилие вверх. Не тянем соперника четко назад, а делаем вверх. И он будет падать за счет того, что я держу его руки. Как только бросил, колено сгибаю, хожу максимально плотно сюда, к его груди, блокирую таз и забираю кроссфейс, отсюда уже фиксирую позицию. Еще разок. То есть мы бросаем соперника вверх. За счет контроля за рукава он сам будет падать. Сверху над рукой, захват. И эту ногу либо на ковер, либо, как в данном случае, мы будем помогать. То есть я натягиваю, чувствую, соперник плотно сидит, начинаю тащить сложно ему. Вот сюда ножку. Да? И двумя ногами. Двумя ногами выбрасываю. К нему также плотненько. Отсюда работаем. Давай сейчас. То есть нога свободная, она не должна в воздухе витать. Вот здесь держим сначала контроль, сверху над рукой меняем ножки, соперника над собой, и эта нога либо на ковер, либо цепляет голень отсюда. Если голень подцепили, соперника еще раз над собой, и выбрасываем ноги вверх вот туда. Вверх. И к нему поплотнее. Кросс-пейс, контроль. Босс?